финал 4 Евролиги. Ну, выигрывал еще, соответственно, кубки. Выигрывал Кубок Корочи 89 года. Выигрывал различные другие турниры. Но, опять же, вот Евролигу выиграть ему так и не удалось. Первая, опять же, для него цель сейчас – это выиграть Еврокубок. Да, даже с этой командой в первой половине этого матча здорово смотрится Лимож. Команда на отличный рывок соперника отвечает своим таким стабильным, достойным выступлением на обеих половинах площадки. И несмотря на адскую поддержку публики, Лимож себя чувствует. Он один из самых результативных в составе своей команды. Почти 12 очков он давал в предыдущих стадиях. Больше 5 передач, почти 2 передачи. Он важен. Но при этом в защите Валенсии нужно защищать. В ответ ищет варианты Дио. 25 очков, 8 передач. Грандиозные результаты у него в Еврокубке в предыдущем как раз матче. Он очень здорово зашел в Валенсию в важный момент сезона, когда Валенсия, имея небольшое движение игроков, хорошее забегание через заднюю дверь, Лючич забить этот алиют не смог. Мог бы взорвать, конечно, публику. Слабый процент двухочковых сегодня демонстрирует Валенсия. И вот за это наказывает соперника Лимож. Еще один данный. То есть к нему меньше всего претензий сегодня. Он набирает, опять же, в этом матче 13 очков. И имеет полезность плюс 19. А Лимож продолжает бомбить. С вами в концовке уже этой встречи. Красивое движение мяча, хорошие 2 очка, плюс 10. То, что сейчас творится с Валенсией, уже совсем скоро. Команду ожидают. Команду Валенсии. Посмотрим, как сегодня справится. 7 минут играть, чтобы сохранить эту победу. Но пока, вот даже, по-моему, сами игроки Лиможа уже хватаются за голову. Потому что, ну как можно попадать вот так?